Еще одна серия будет по ней, но сегодня еще будет по этой же игре, и все. Вот, погрузились. В прошлый раз мы только и делали, что подбачили.
устройство, которое мы построили, да? Что же сейчас? Это пробивная печка. Она, наоборот, распаивает медь и руду. Она для этого. Единственное, что мы здесь, скорее всего, я уверен, что мы тут расширять ничего не сможем. Я просто на видеоролик смотрел. Так. Печку мы построим, скорее всего, вот здесь рядышком с этой печью. Правда. Вот это вот здесь. Строить. Да, вот. Строить здание. Когда мы вот это построим, а вот такое мы не сможем ставить по одной причине, но нужны другие материалы. Так. А вот. Вот она, вот она, вот она. Нужно 40. Воды, глина, перст и растительные глина, ну типа растения. У нас на глине всего 16. Так, у нас походу там таких вод нет. То, что строить мы не сможем. Нам нужно делать просто все. Только еще у нас здесь только так, нам нужна кирка в любом. Так, здесь больше ничего не интересного, здесь мы так не получается. Еще материал. Нам нужно еще 20 вот таких. Да? Вот эти яйца как бы лицензии, все равно он спанывается у нас. Ага, фига себе, возле нашей базы. Наоборот, это, конечно, на руку. Зато... можно смотреть, посмотрите. Мы построили здесь эту печку, блин, а она еще и здесь растет. На это надо сначала все собрать, а вот есть как немножко другая проблема. Так. Это я имел в виду перевес. Все нам идет. Так, вот так. Ставим на последний день. Сейчас возьмем вот эту. Скушаем. Там далеко идти.
Ничего страшного, мы готовим. Нам не трудно. Главное, что не умереть во время сбежания на солнце. Нет, по-моему, приятно, да, вот прямо приготовили. Она дает 5 еды. Ну, приятно. Прилично. Так, мы все убрали. У нас тут вот таким образом. Так, нам нужно пока одновременно помнить. Вот так построить. Запоминаем лады 40. Вот это мы сейчас соберем. Глину. 250. Все, пошли. Дома это одно. То у костра, конечно, готовить можно чего угодно, но не стесняться. Берем бой. Чтобы грибы там изготовил. Так, у нас будет большой перенес. Я умею будет большой перевес, а из-за глины. Вот это убежать не сможем, а вот конец сможем. Сегодня мы будем перенос убирать. Еще раз. Чуть-чуть не забыл. Для этого, чтобы там контролировать, нам понадобится строить еще вот такую, да, инструмент специально для построенного печки. Она по-любому нам понадобится. Без него мы не сможем контролировать. Куда расправиваешь металл.
Смогу я быть полностью с этим спокойным. Так что я на лайне. Можно не напрягать. Так, отлично. Ну, выскочим, как вот все здесь. Этим. А мне бы нам что-то не нужны. Потому что мы сейчас возьмем грим, зайдем. Так. Что у тебя?
Ветки для игрушки. Вот тоже будет стоять на стопле. Так я обратно пошел. Почек для поворачивать на урожай, в смысле, его туда обрабатывать, конечно. Да. А вот как раз на него нужно точку.
есть одна проблема, что гвозди не хватает. Как его быть? Но, наверное, расстроить надо железо. Да, да, железо. Из него мое получить. Здесь вот верхние вторичные части. Нам сейчас нужно на это. С радостью, но лучше вернем обратно пока что. Все вернем просто обратно, пока нам не нужны. Здесь камни можно добыть даже, не ошибаюсь. А, здесь нет ничего, здесь так построено. Ничего не забуду. Так, пришли, пришли, да, нам не снимаем. По поводу забвения. Я рада, что с вами где-то голосует. Мы добираемся туда. Ага. Ну да, немножко там мы задерживаемся.
если, конечно, нам дадут возможность ничего и не хочу. Мне нужна твоя помощь. Где? В Караганде. Ну подождите. Как долго? Да я не знаю. Все зависит от меня, как это закончу. Ну, мне помощь нужна сейчас. Ты же паузу можешь нажать? Сейчас, ребят, вернусь. Так, мы продолжаем. Я сюда, там нужно было помочь маме. Вперед. О, да, кстати, когда я стоял на паузе, я так отходил, я просто был поражен. Буквально в смысле, что у меня еще и голова тут падает быстро, когда я долго отсутствую. Даже пауза не помогает даже. Фига себе. Я помню, что снег до сих пор было. Он так быстро упал. Серьезно. Ну, в следующий раз тогда будем так играть, но лучше придется брать с собой. Yeah.
получается, они неправильно все делают. Просто если вдруг не будут возможности построить, я это прямо могу. Это зажигательно, да. Я потом попробую все оставить как есть. Я потом попробую подключить его в песочный режим. Пишу в песочный режим. Да. Если только на песочный всегда возможность типа строить. А если я сниму, значит это баг не пройдет. По идее, конечно, не так, но... Пока на основном канале я все делаю, а потом буду делать дальше. Ну, то есть яблоки упали, например,
останутся они у меня без пятника. Мы собираем много и по пути, и наоборот нам дают на руку, потому что можно во время пальбы. Ну и запросы тоже, чтобы узнаем, что ты вооружен.
Она нам сохраняет, а те места мимо были. Ну, то есть так, что пробежали. Если мы сейчас отсюда уйдем, то мы появимся там, того же места, где остановили. Серии у нас идут по часу, потому что иногда и много серий выходит одна и та же некоторая часть, и в начале, то мы там собираем статуи и свои, может быть, даже оказаться вот так, что у нас получается возможность там сделать все необходимое, то, что нам надо. Кто знает, может, мы как-то и задуманы по играм, таким образом. И, конечно, таких было, где написано дерево с яблоками. Ну, типа, яблоное дерево. Ну, значит, там можно все-таки собрать. Если там, конечно, интересно. Можно собрать только те, в другом дереве присутствуют яблоки. А таких нету, значит, они еще не выросли.
Ну, по особо здесь должно быть. Нет, да, вот это качается физически. Это одно. А мы должны еще просто там еще сами. Типа нажать так, типа, чтобы могли качать навык с ними, с мечом. Я себе 27. У нас вот такие еще запасы людей. Как 13 воды. Мы пригодятся. Мы ничего не придумали. Смотрите, вот это я могу поставить, но у нас уже нет. Оставить.
ты молодец. А, вот, шифт. При помощи шифта, значит, можно. Здесь у нас связано только с едой. Мы плюс его воды. А, я разделил. Ну, пусть тогда вот этот будет ходить таким образом. Там здесь. У нас вот такие, да? Здесь целых 50. Вот сюда больше. Вот. Да, по-моему. Так это у меня инструменты. Материалы. Тебе туда.
все инструменты пригодятся. Я тоже туда. Сейчас я брошу сюда. Нет. Она же пропадет. Я тут. Это понятно. Если я высыпал. Прям сено. Я смогу собрать отсюда. Да, можно, можно завернуть обратно. Ничего не будет. Надо было так не сделать. Так, 96, а нужно 250. Так, 96, значит, еще 54. Вот 100, значит, нужно еще набрать 100. 150. 150 еще надо собрать. Вот. Если я сейчас вот смотрю, у меня сейчас 96. Плюс 4. 100 будет. 50. Значит, нужно собрать. Точнее. Так, я оставим. Все. Так, надо покушать.
удары ему были опять. Без обид, ребят, но другим вариантом я не вижу. Нам нужно собрать побольше запаса. Сейчас мы создадим еще и корзину потом. Поэтому уже не собираешь. Так, нам нужно пору 20 штук за одну единицу ящика сделать. Так, здесь уже закончилось. Короче, мы сейчас там просто насыпали на землю для того, чтобы потом оттуда собрать. Собой перегруз будет опять. На 10. Вот здесь много таких. На это деревья. Да, нам больше всего пригодится нам только один инструмент, это только всего. Так, воды у нас уже там есть, так что все нормально с водой. Так, кирку мы оставляем, лопату пока уберем, все это убираем, нам это не понадобится.
А, я еще пилот не набрал всякий, да? Просто на шестерку просто нажимаем, чтобы на ТВ появились вещи. Если тоже потом убираем. Не, инструменты по-любому понадобятся. А пока нам нужен только перкан на один инструмент. Так, у нас здесь только плечик посередине. Да, мы сейчас будем. Здесь построим еще дополнительные хранилища. То есть корзина, да. Но только здесь она у нас будет другой инструмент. Ну, то есть хранение. Здесь инструмент по-любому не брал. Сделаем. Она у нас здесь пуста. Здесь у нас идет переохранение. Так, у нас поменяли отлично. Добавим сюда ересины. Побольше чуть-чуть. О, один как последний материал. Я положу побольше. Готовить. А, мы не можем прилететь. Просто так интересно. Да, надо просто побольше полена и просто все так готовить. Давайте мы добавим топливо, посмотрим. Еще есть, да, вот эти как раз и готовим прям все как раз. Давай все 6 штук. Да,
Я по Брэнди сидел с ним в банке, с Брэнди, с ним, тут снаружи, блядь. И над нами, блядь. Он как не позвонил. Thank you.